В режиме офлайн минувшей ночью большая часть жителей Ненецкого округа осталась без интернета. По информации Ростелекома, причина отключения всемирной паутины – работы на магистральной сети связи в Республике Коми. Однако, по некоторым данным, в соседнем регионе на оптоволоконной линии произошла авария, которую устраняли несколько часов. Сейчас, впрочем, интернет на Ринмаре и населенных пунктах работает исправно, однако в ближайшее время его снова не будет. Подробности в нашем следующем материале. Онлайн-вещание на сайте телеканала «Север» прекратилось в 12 часов ночи. Его возобновили только в 4 утра. О том, что в ближайшее время произойдет отключение интернета, наших инженеров не предупредили. Но в компании «Ростелеком» утверждают, что рассылка была, а абонентам, которые ее не получили, стоит проверить свои почтовые ящики. Специально на это время и сделали, чтобы организации неудобства не причинить. Сигнал интернета минувшей ночью пропал почти во всем округе. Без всемирной паутины остались как организации, так и жители. В региональном управлении информатизации и связи об инциденте знают. По их мнению, в Коми была авария, а ее последствия ощутили не все. У них, да, действительно была аварийная ситуация, но интернет работал, Ненецкая компания электросвязи без сбоев работала. Были какие-то отключения, это все-таки локальные отключения. Вот у меня дома работал интернет. И опасаться ничего не стоит, это плановое отключение. Оно обычно в личный кабинет человеку падает в виде электронного письма. Те, кто оставлял в заявке адрес электронной почты, получают предупреждение заранее. Очередное отключение интернета запланировано в ночь с 16 на 17 июля. Его не будет с 0 часов и до 5 утра. Причина та же – очередные работы на магистральной сети связи. Поэтому заранее скачайте или сохраните важные для вас файлы и документы. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».